волна. В связи с рекордной жарой по Северному Нечерноземью продолжают полыхать лесные пожары. По данным природоохранных комитетов, пожарами уже охвачено в общей сложности более 100 квадратных километров леса. Соответствующими силами предпринимаются все меры к недопущению дальнейшего распространения огня, однако самовозгорания торфяников не прекращаются. С вами «Дорожная волна». Последние новости и музыка. Вот ты тоже скоро самовозгоришься. Да иди ты, балаболка. Ты чё, печку включил? Ты за кого меня держишь, Шнурок? Серьезно? Палёным же воняет. Слушай, мы, по-моему, горим. Да иди же он. Сань. Чего? Глянь. Оба-на! Всадник без головы. Ты это к чему? Если застрянем... Не каркай. Обратно придется пешком идти. Разворота-то здесь нет. Ну, вот тебе и цветочки, и тижи в пень.